Всем привет, с вами Грагар, и в этом ролике я хочу рассказать вам о правилах и механике проведения большого дуэльного турнира, который пройдет на моем канале перед самым припатчем в середине сентября. Также в конце этого ролика я сделаю небольшой тизер-анонс кое-чего очень эпичного, что будет проходить на моем канале уже в Shadowlands. Большой дуэльный турнир, о котором я хочу вам рассказать, будет проходить по новой механике, по классам. То есть в этом турнире воины будут сражаться только против воинов, маги только против магов, разбойники только против разбойников и так далее. Таким образом, по результатам этого турнира мы получим 12 победителей, 12 чемпионов по одному на каждый класс. Турнир будет проходить в два этапа. Первый этап займет 8 дней и будет проходить с 12 по 19 сентября. Задача этого этапа будет выявить сильнейших дуэлянтов за свои классы на Орде и на Альянсе раздельно. Для каждого класса и фракции назначен определенный день. Например, бои между охотниками Орды будут проходить 14 сентября. Бои между охотниками Альянса 15. Шаманы Орды будут сражаться 16 сентября. Паладины Альянса 17. Таблицу с полным перечнем классов и днями их участия в турнире вы можете посмотреть в описании к этому ролику. Начало турнира на этом этапе во все эти дни в 19:00 по московскому времени. Во втором этапе, который пройдет 20 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени, 12 отобранных на первом этапе чемпионов своих классов с Орды встретятся с 12 чемпионами своих классов с Альянса и будут бороться за победу в турнире, каждый за свой класс. Участие в турнире может принять любой желающий. Сбор участников будет проходить на месте посредством ЛФГ. До участия допускаются только персонажи максимального уровня и только в ДД-специализациях. Все бои будут проходить на арене посредством маневров. В первом этапе бои будут проходить до двух побед, а в заключительном до трех. Для участников нет ограничений по шмоту, порчам и так далее. Вы можете использовать все, что сможете использовать на арене. Все участники будут начинать бои на нулевом ослаблении исцеления. Исключение составляют фуривары. Они будут начинать сразу на 20% ослабления исцеления. По результатам турнира мы получим 12 чемпионов своих классов. 12 самых сильных за свои классы игроков. И именно они разделят между собой призовой фонд. Призовой фонд составляет 24 тысячи рублей, который поровну обеспечился спонсорами турнира, Канду и Разгредером, за что им огромное спасибо. Каждый из 12 чемпионов получит от наших спонсоров 2000 рублей, а также закрепит за собой звание лучшего дуэлянта за свой класс. Трансляция всего турнира от начала и до конца будет вестись здесь, в моем YouTube-канале, а также на моем канале на Твиче. С выходом Shadowlands выйдет и сезон дуэльных турниров с одним из самых больших призовых фондов на территории Warcraft Community СНГ. Спонсором этих турниров выступит Канду. Мы вместе с ним будем экспериментировать с форматами турниров и пробовать новые правила, чтобы каждый из турниров был интересен и участникам, и зрителям. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать подробности самыми первыми. Ставьте лайк, если вам понравился формат турнира, который я сегодня вам предложил. И пишите в комменты, кого вы ожидаете увидеть чемпионами своих классов. Увидимся на стримах и удачи на турнире!